Всех приветствую на нашем канале. Сегодня у нас на разборе Toyota Highlander 2010 год, 3.5 на автомате. После ДТП повреждения почти у нас на каждом кузовном элементе. Давайте подробнее рассмотрим. На капоте у нас имеется раз залом, два залом. Крыла в продаже не будет, сильно повреждено. Сразу заглянем под капот. Со слов владельца, на полном уверенном ходу был автомобиль. Визуально техническая часть не пострадала. Произведем замер компрессии, эндоскопию сделаем, чтобы проверить состояние двигателя. Крепление фар у нас обломило, само стекло у нас целенькое. Бачок омывателя у нас тоже целый. Крыло переднее правое. Имеются вмятины. Здесь краска облупилась. Стойки замяты, крыша тоже у нас замята. Дверь передняя, правая, визуально целая. Имеется чуть-чуть здесь заломчик из-за того, что крыло долануло. Видим, что оно задевает. Обшивка двери передней, правой в хорошем состоянии. Сиденья у нас кожаные. Пассажирская тоже в хорошем состоянии. Двигается вперед-назад. Спинка также двигается. От удара центральная консоль разобралась сама. Автомобиль не видит у нас ключ, поэтому проверить пока что ничего не сможем. Стоит у нас нештатная сигнализация, не дает нам ничего она сделать. Задняя правая дверь у нас, сверху видим, что нарушена геометрия, снизу все отлично. Обшивка двери тоже, она здесь вылетела из своих мест. Попробуем, конечно, это все поставить. Три ряда сидений. Сиденья почистим. Думаю, будет выглядеть очень хорошо. Крыша в таком плохом состоянии. Сзади климат имеется. Заднее правое крыло. Сверху у нас вмятина. Оригинальные диски также будут в продаже. Смотрите на нашем сайте. Фонарь задний правый визуально целый. Посмотрим еще крепление после его снятия. Задний бампер, накладка у нас отщелкнулась. С левой стороны все целенькое. Присутствуют парктроники. Сзади крышка багажника. Снизу целенькая. Сверху видим, что геометрия нарушена. Нос кнопки открывается. Открываться открывается, закрываться нет. Обшивки багажника. Амортизатор. Камера заднего вида тоже присутствует. Моторчик проверим. Знаем, что есть такая проблемка у этих автомобилей. Задний левый, соответственно, фонарь у нас разбит. Состояние тормозных дисков посмотрим. Сзади большая выработка, спереди тоже выработка большая. Зеркала оба отсутствуют, бесключевой доступ был. Обшивка водительской двери слетела со своих мест, но будем надеяться, что крепление у нее целое. По акту проверки имеем такие данные. Водительское сиденье промято, порвано, но сам механизм, все регулировки работают у нас полностью исправно. Подкачка также надувается. Видим, что наклон у нас тоже, подушечки меняются. Рулевое колесо у нас затертое. Проверить, как я уже сказал, возможности у нас нет. На информационном дисплее написано, что ключ не опознан. Поэтому у нас ничего не включится. Подлокотник тоже у нас чуть подзатерт. Безопасность не сработала у автомобиля. Бардачок открывается. Сзади от сидений плафон светит. Также напоминаю вам о том, что мы выкупаем любые автомобили в любом состоянии. Также проблемы на автомобиле по всему Уральскому округу. По самой справедливой и выгодной для вас цене. Находимся мы по адресу город Тюмень, улица Тимофея Чарка 8, строение 8, авторазбор Гидрач. Сейчас будут кадры замера компрессии.
Air компрессии Toyota Highlander 2010 год, двигатель 3.5, первый цилиндр. Второй цилиндр. Третий цилиндр. Четвертый цилиндр. Пятый цилиндр. Шестой цилиндр.